Мы прибыли в Павловскую, бывшая Часовицкая. Баньки все были вон там, сейчас в кустах, вот бани. Бани вот здесь все были. Постараемся, наверное, до вашей дороги. Да, едем. Вон там позагорать можно. На дровах. На дровах. Только воду. Света романтичный человек. Она Лена купальник, я ничего не брала. Вот дом стоял, вон дом стоял, и вот дом стоял, там стоял клуб. О. Здесь был дом Саладиных, который сейчас в Сюме. Тут был клуб и церковь. Там вторая улица. Здесь была дорожка, которая шла в верховье. Ценкурсы 50 рублей, 50 тысяч сотка. И что, тут так же, что ли, 50 тысяч сотка? Да. Но государство наше, не, на нашу пенсию мы тут точно даже на сарайку не прикупим. Это вот сейчас она не купила. Только по развилкам узнал, что вот вроде развилка, вроде это место. Все, пустыня. И какие белые. Да, все нормально. Вот народ тусуется. До нашего Часовицкой. Да, ну что, пойдемте. Ну что осталось? Да, говорят, тут все мое, и мое все какое. Галя, Леша. Обоим. Дядька Ванька. Ванька, ну больше работал. А? У меня сестра одна, Наталья. Ну, Нинка, Люка.